Поймали беглецов. В поселке Наушки Кяхтинского района задержали парня, который самовольно покинул воинскую часть. В апреле он был объявлен в федеральный розыск. Вы знаете, что находитесь в настоящее время в федеральном розыске? Да, знал. Я добирался домой. По какой статье? Самовольное оставление части. Из какого времени уже? С 14 февраля. 2020 года. Еще один уроженец Бурятии был задержан в Приморском крае. Мужчина находился в федеральном розыске за наркопреступление и кражу. О том, что вы находитесь в федеральном розыске, вы знали? Да, знал. Другого жителя из Улан-Удэ задержали в Московской области. Мужчина 11 лет находился в федеральном розыске. Обвиняется в мошенничестве, совершенном в Бурятии. Перейдем к дорожной сводке. ДТП в Истоке. Девушка не справилась с управлением автомобиля, съехала на обочину и врезалась в дерево. В результате столкновения водитель и пассажир получили переломы рук, ног и позвоночника. Другое ДТП произошло на улице Комарова. Водитель автомобиля Chevrolet Lachetti врезался в припаркованную Toyota Aqua. По информации ГИБДД, виновник аварии был пьян и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцем непроизошедшего. Андрей Слепнев, новости дня.